Здесь пройдет восточный обход города Иваново. В пятницу с рабочим визитом регион посетил первый заместитель министра транспорта Российской Федерации Иннокентий Алафинов. Вместе с губернатором он осмотрел одну из площадок близ деревни Бурмакино Ивановского района, где и пройдет новая дорога. Предварительно известно, что обход возьмет свое начало у деревни Жуково, это трасса М7, и завершится выходом на трассу Р-600 на Кострому. Ну вот как коллеги говорят, в ценах сегодняшних это порядка 25 миллиардов. 42 километра. Ну, соответственно, проектирование займет около 2 лет, и сразу после этого приступим к строительству данного этого самого объекта. Поясним, что более 2 лет уйдет именно на проектирование. В 2007 году данный документ уже был разработан, но потерял свою актуальность. Это и деньги, и сроки, и понятно, все. Понятно, если бы мы делали старое, это было бы дольше и дороже. Дольше и дороже, да. Мы бы все время вставали бы и начинали перепроектировать конкретные инженерные сроки. Сделаем уже сразу и сразу идем в стройку. Да? Понятно. Это самое разумное. К стройке планируют приступить в 2021 году. Все нюансы Иннокентий Алафинов и Станислав Воскресенский обсудили на совещании в правительстве. Подразумевается, что восточный обход Иваново сыграет важную роль не только для областного центра, но и для всей страны. Новая дорога войдет в состав транспортного коридора Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.